Каталония сделала еще один шаг к независимости от Испании. Местный парламент одобрил соответствующую резолюцию, постановив за 1,5 года подготовить текст Конституции и создать собственные государственные структуры. Дату рассмотрения документа выбрали не случайно. Ровно год назад за отделение от королевства высказалось большинство граждан автономии. Тогда хотели референдум, ограничились опросом. Но и его в испанской столице назвали незаконным и не имеющим юридической силы. Резко отреагировал Мадрид и на этот раз. Там уже заявили, что обжалуют решение каталонского парламента в Конституционном суде.